Приветствую всех вас, дорогие мои зрители, у микрофона Ром Лирей, и это Assassin's Creed Revelations, шестая последовательность. Поехали. Сначала заберем денежки, которые у нас остались. Которые у нас собрались, точнее. Здесь же чуть ли не постоянно удается за то, что ты вкладываешь в какое-то здание. Будь то банк или галерея, там как по картинам, лавка или еще что-то. Ну вот, отлично. Такс. Ох, что-то у меня джойстик очень плохо реагирует. Кто это? Мы так и не узнаем, кто же это был. Воу! Что такое? Теперь уже нельзя и украсть ничего. Сейчас осесть. Где он только? Наверху? Да, походу. Короче, вроде все. Только где сам житель? Или на него в него еще стреляют? А, вот он. Do not despair in the face of this violence. Add your voice and your strength to the tide of opposition. I will, for I have longed to serve a cause larger than myself. Вот так-то Ференг Талваж присоединился к нам, к братству. Это успех. Наверное. Будем надеяться. Угу. Понятно. Квартал не очень такой, как видим. Новый. Дома старинные, деревянные, старенькие все. О, новое задание. That's not a legal move. It is a European variation. Arocco. It's interesting. But not exactly fair when you play by different rules than your opponent. You may think differently when you are Sultan. Shall I take it back? Suleiman, I know it has been hard on you watching your father and me quarrel over Bayezid's throne. Grandfather has chosen you, and his word is canon. What is there to argue about? Your father and I were close once, but his cruelty and ambition have made... I have heard the rumors, Uncle. Well, I have a meeting with the vizier soon. Shall we continue another time? Whenever you like. Ezio! Tarek has been selling guns to a local miser, Manuel Paleologos. Paleologos. That is a sad sound. The last Byzantine emperor was Constantine Paleologos. If his heir is arming a militia of some kind, this conflict will escalate. Tarek knows where the rifles are headed. If I find him first, I can follow the weapons straight to the Byzantines. He will be with his janissaries in their barracks. So
So if you want to get close, you will have to be one yourself. Not a problem. Güzel. Get the information you need. Then kill him. Are you sure? You told me Tarek and your father were close friends, Suleiman. This is true, but such naked treason against my grandfather deserves death. In Daisy. Whoa, whoa, сынок. Опасен. Короче, нам нужно получить форму Юначар. Одного, точнее, Юначара. Окей, ты называй это Юначар. Юниса. Собственно, после этого мы... Воу, тут что-то... А! Собственно, да. После этого мы можем продолжить. Так, что у нас тут где? Меч направо, пистоль. Пистоль, патронов нет даже. Смысл его держать. Тогда ядовитые дротики, пожалуй. Пока. Что? Ага. Все. Все. Разобрались. Вау. А здесь нельзя? Вот, да, вот так. По этой веревке нельзя. Окей, ладно, пофиг. Короче, ищем Юначара. Вроде нам подсказывают, что один тут есть. С ним удобно будет расправиться. Так, вон за нами следит один товарищ. Поэтому мы спустимся здесь. Еще фрагмент для анимуса собрали. Там вроде 5 собрал я. Сейчас надо 10 еще. 10 точнее. Чтобы в сумме было. Так, где-то здесь они нам предлагают. Ну, как видите, здесь есть сено. Вот, сделаем так. Это нормально? Нет. Это не тот, кто нам нужен. А, вот нам кто нужен. Ну, в принципе, мы видели его тень, так что... Его призрак, типа. Поэтому, мне кажется, мы сейчас собираемся... Вот он. Видели, что с ним сейчас было? Неплохо он. В принципе, можно было очень глупо сделать. И убить его просто вот этими обстрелами из стрел, но... Надо его... Из секретного места. Типа из места, где я спрячусь. То есть в идеале оттуда. Как это сделать? Ох. Даже не знаю. Даже не знаю. Просто задеть ему не понравится.
Во-во-во-во-во-во-во-во-во, побежали. Ну-ка. Пошли. Ну-ну-ну-ну, иди сюда. Иди сюда. Пошли. Пошли. Во, отлично. Отлично. Не знал, что это так просто, кажется. Видимо, для него, что ли, более детальную модельку. Performance Air, Assassination. Все, Тарика Барлетти мы убиваем. Главного Яночара. Но сначала нужно разобраться с тем, куда направились оружие для Мануэля Полиологуса, который является, видимо, родственником императора Константина, последнего императора Византийской империи, которая была христианской империей и после захвата Османской империи стала мусульманской. Вместо Константинополя, собственно, появился Стамбул. Поехали. То есть Палеологус на самом деле хочет вернуть себе страну. Кстати, прикольно, что в этой игре можно не двигаться, персонаж сам двигается. Я не помню, вроде это было в Бразерхуде, но я не уверен. Что-то я забыл уже. Может, это в Бразерхуде было, кстати. В любом случае, классно. Что тут у нас? Отлично, надо отпиздить горожан, чтобы не быть, чтобы не потерять маскировку свою, который раз подсказывает нам, что это не идеальный персонаж, не идеальный положительный герой. One of our own was found murdered and stripped of his garments not an hour ago. His body dumped like a mound of rubbish. Keep a close watch on these streets as you move about. Someone is planning to strike in our name. We must be ready. Well, ну, конечно, это не тот, кто сейчас прятался и подслушивает. Not personally. I have seen him. I know he is a remarkable boy. Not a boy, but a capable young man with a magnificent mind. Does he take after his father? Ah.
Так. Фух.